Виталий Викторович, сейчас много слухов, вот Тудроц говорят, что они хотят идти в профутбол. Как бы вы отнеслись, если бы Амкал захотел бы пойти по тому же пути? Ну, слушай, у каждой команды свой путь и свои задачи. Здесь, я думаю, наверное, надо задать вопрос Герману, да, все-таки он основал эту команду и он вправе решать, да, куда дальше двигаться. Наша работа – это тренировать команду и готовить ее. А какие-то глобальные там цели, задачи, но для этого есть полностью каждый должен своим делом заниматься. А вам было бы интересно увидеть Амкал в профутболе, даже условно не будучи главным тренером, просто со стороны как человек? Ну, опять же, это надо понимать, профутбол – это немножко такая рутинная работа, и не все, возможно, футболисты к этому готовы, учитывая то, что здесь они имеют в медиалиге, да, это полный стадион, и это внимание общественности. Но во второй лиге такого нету точно, даже в ФНЛ. Но если Амкал или Тудроц зайдет во вторую лигу, внимание общественности будет? Тудроц уйдет, конечно, да, это будет интересно, но опять же, да, тогда нужно ставить задачу выхода как минимум за сезон, да, выйти там дальше по лигам, но за сезон сейчас невозможно, учитывая, что там есть серебро, есть золото, еще ФНЛ, и за два года может просто запал закончиться. Спасибо.